Глава Чувашии Михаил Игнатьев стал гостем на приеме по случаю визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абе. Участники встречи в неформальной обстановке обсудили перспективы сотрудничества. Также представителям деловых кругов удалось подписать около 30 соглашений. На официальном приеме было объявлено о том, что одна из крупнейших инвестиционных компаний Mitsui & Co. покупает пакет акций российского фармацевтического предприятия «Эрфарм». Ее глава Масами Иидзима проявлял интересы к Чувашии. Еще в конце прошлого года Михаил Игнатьев проводил с ним переговоры о сотрудничестве и участии в бизнес-проектах. Напомню, между нашей республикой и Японией налажено эффективное взаимодействие. В январе-феврале 2017 года внешнеторговый оборот уже в 5,5 раз превысил прошлогодний уровень.